Сразу 48 российских вузов вошли в рейтинг лучших в мире. Всемирный рейтинг университетов составила авторитетная британская аналитическая компания QS. Лидером среди российских вузов уже пятый год подряд становится МГУ имени Ломоносова. Вторым стал Санкт-Петербургский государственный университет. Также в топ-5 попали Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет и Московский государственный технический университет имени Баумана. С каждым годом все больше вузов России попадает в мировой рейтинг лучших. И в этом году российские университеты установили новый рекорд. Все будет хорошо.